Здравствуйте, время новостей на канале «Саратов-24». Меня зовут Павел Фитилев. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Смотрите выпуски. Пока одни обсуждают, другие поют. В Саратове решают, что делать с бездомными собаками. Скоро заработают. Сделать обновленный со всеми услугами, с тихими зонами, спортивными зонами. Строители ждут теплой погоды, чтобы начать масштабные работы в сквере имени Марины Росковой. Какая температура за окном ждет нас в четверг, 12 марта? На преподобного Прокопа через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайтесь. Под контролем. На совещании в областной думе чиновники говорили о профилактике геморрагической лихорадки. По статистике, за последние два месяца в регионе зафиксировали 113 случаев заболевания. Из них 27 в Саратове. В этом году выделили 5 миллионов рублей на борьбу с лихорадкой. Зимой начали обрабатывать лесопарк «Кумысная поляна» специальными веществами, чтобы остановить размножение грызунов и их расселение по всей площади. Специалисты прогнозируют уменьшение численности грызунов весной, обрабатывать территорию лесопарка продолжат. Также эксперты рассказали, что детские оздоровительные лагеря планируют открыть вовремя. В плановом порядке будет проведена защитная барьерная дератизация 500-метровых зон всех учреждений детских, лечебно-оздоровительных и так далее. И вот два этапа вот этой зимней и весенней дератизации будут являться гарантом обеспечения благополучия на территории Кумысной поляны в текущем году. Передают полномочия контролировать отлов и стерилизацию собак будут органы местного самоуправления. На рабочем совещании сегодня обсудили поправки в региональный законопроект. Его приводят в соответствие с федеральным. Специалисты подсчитали количество собак в области и сколько выделять денег на их содержание. Полина Попинец знает, какие вопросы возникли у городских чиновников. Старая песня заиграла по-новому. В блюзовом звучании композицию «Собака бывает кусачей» еще не слышали. Саратовские музыканты пока репетируют, но обязательно возьмут ее в свой репертуар, говорит солист группы Михаил Трифонов. Проблема огромнейшая. Проблему эту нужно решать. Решать ее где-то на высоких там уровнях, скорее всего, потому что, насколько я знаю, люди пытаются приютить, кто-то на передержку берет собак. Много чатов в соцсетях и групп «Помогите». Отлавливать бездомных животных прекратили еще в прошлом году. Приюты переполнены, говорят чиновники. Саратовцы стали все больше замечать стаи собак на улицах. Мы с ребенком шли на тренировку. Вот опаздывали, пошли короткой дорогой. И тут вот с этой стороны выбежала собака и накинулась на нее. Она меня начала кричать. Она рассказывает, как ей пришлось отбиваться сумкой от собак. Евгения Скиданова еле спасла себя и дочь. По словам женщины, стая бездомных животных появилась в ее дворе с Нового года. И нападение на нее случай не единственный. Я ее постоянно здесь вижу, потому что здесь постоянно ходят, бегают собаки. Вот ребенок у меня сильно испугался, у меня прям с тех пор она вообще боится собак. Только... А раньше не боялась? Нет, она их раньше могла подойти, погладить. А сейчас видит собаку, у нее начинается трясучка. О саратовской проблеме заговорили и на федеральном уровне. Теперь в нашем городе при поддержке спикера Госдумы планируют построить приют для бездомных собак. А на местном уровне готовят поправки в областной закон. Произошли изменения в федеральном законодательстве, что влечет за собой изменения в закон Саратовской области. Это передаются полномочия органам местного самоуправления. Если закон примут, то контролировать и организовывать отлов бездомных животных будут городские чиновники, а не областные. К тому же в документе должен появиться пункт о стерилизации животных, а также дальнейший выпуск собак на волю. Не предусматриваются средства на чипирование животных. В 498 федеральном законе относится к полномочиям
отлов в содержании, и в содержании входит чипирование. Это достаточно дорогостоящая процедура. В настоящее время бирки, которые на собаках мы видим, это снимаемые бирки. Если бирки или чипы будут неснимаемые, это порядка 400 рублей на одно животное. По словам городских чиновников, в графу о содержании бездомных животных необходимо включить и чипирование. Пока же поправки будут дорабатывать и к концу марта рассмотрят в областной думе. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов 24. Заставили выплатить. Сегодня в Саратове огласили приговор пассажиру Драчину. Алексея Маклакова обвинили в нападении на таксиста. Он нанес водителю несколько ударов за то, что он отказался вести его сына без детского кресла. Дебошир также разбил ему очки. Свою вину буйный клиент признал полностью, но извиняться отказался. За побои судья назначил ему штраф 10 тысяч рублей. Правда, пострадавший теперь раздумывает судиться дальше. Хочет с обидчика еще 20 тысяч. Он признал вину, но он не считает себя виноватым. Немножко разные понятия. Признать на суде, да, что он совершил подобные действия, тут никуда не денешься. Они совершены, они запечатлены, как говорится. А вот признать, что ты был неправ, немножко другое. Такой человек, что ж теперь поделаешь? И в продолжении темы стало известно, чего боятся российские автовладельцы. Двое из трех угонов. Причем многие даже видят сны, что их машины похищают. Опрос провели в крупнейших городах страны. Чуть меньше боятся прокола шины и царапин. Меньше всего переживают за штрафы. Видимо, в Саратове тоже. А зря. Нарушения очевидцы снимают каждый день и отправляют патрульным. Очередные изучил Роман Базан. Далее рубрика «Автохам». За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые вопиющие. Это видео от Андрея Адынского на кадрах Энгельс улицы Тельмана. Это в районе первой школы. Водитель Nissan мчится по встречной полосе, пропускает пешеходов и проезжает на запрещающий сигнал светофора. На глазах телезрителя Сергея Коптева правила нарушил водитель Hyundai Elantra. Автохам не захотел ждать зеленого света и повернул с Азина на проспект энтузиастов. Горожане просят патрульных наказать торопыгу. Улица Огородная. Водитель белого внедорожника Mitsubishi демонстрирует странный маневр. Разворачивается на пешеходном переходе, а затем и вовсе паркуется на зебре. Да так, что ни пройти, ни проехать. Наш помощник Вадим Краснов снял на дороге Саратов-Дубки, это через аэроклуб, нарушителя на «Шевроле Ланос». Автохам мчится и обгоняет всех, невзирая на разметку. Хорошее пособие, как нельзя водить. Снимки от Константина Федорова, пересечение Чернышевского и Князевского взвоза. Водитель бросил свой пирожок на пешеходной зоне. Рядом с ним и белая «Приора». Седан с кабардино-балкарскими номерами также стоит не по правилам. Всеми нарушителями, как обычно, займутся автоинспекторы, и мы передали материалы вместе с теми, что не попали в эфир. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Давайте бороться с автохамами вместе. Готовится к масштабным работам. Речь о сквере Марины Росковой, что в заводском районе. Строители ждут тепла, чтобы преобразить зеленую зону. Об этом просили местные жители. 5 с лишним гектаров изменят совсем скоро. Деньги на это уже выделили. Даже пруд местные почистят. Анна Забалуева узнала у горожан, что их раньше не устраивало. Одна из немногих зеленых зон заводского района. В парке Марины Росковой пока техника не шумит, рабочие ждут тепла. Перед зимой сняли старый слой земли, обрезали сухие деревья и оградили пруды. Водоемы будут чистить. Конечно, купались в этом пруду и загорали. Здесь она гуляет каждый день. Валентина Николаевна живет неподалеку. Говорит, застала времена, когда сквер только разбили. Видела, как и местная зона отдыха превратилась в заброшенную. Признается, что вместе с жителями следят за работами. Если благоустроено, все будет и для детей, и для взрослых, и для стариков. Разве это плохо, когда все хорошо? Самое главное, чтобы жители не мусорили. Вот это самое главное. Здесь вечером и днем даже гуляет очень много. Ну, жителей, вот сколько домов, много. Поэтому надо обязательно что-то здесь сделать. Ну, пруд немножечко благоустроить. А то он вообще был запущен.
Там только тростники росли и возились там всякие крысы и прочее. О том, что парк приведут в порядок, прошлым летом заявил Вячеслав Володин. Спикер Госдумы встретился с местными жителями. Они просили помочь в реконструкции. Решили сделать единый комплекс – сквер, клуб «Заводской» и стадион «Торпеда». Основные работы пройдут уже в этом году. Давайте, может быть, мы подумаем, чтобы это было единое пространство, которое вы, в том числе своим участием, могли бы наполнить содержанием. Конечно, и при планировании… Давайте мы займемся параллельно реконструкцией, капитальным ремонтом. Очень было бы неплохо. При поддержке Вячеслава Викторовича, при источниках финансирования, на сегодняшний день готов проект, который прошел экспертизу. Деньги получены. Мы сейчас будем объявлять конкурс на строительство монтажной работы. И, конечно, задача в этом году его сделать обновленной, со всеми услугами, с тихими зонами, спортивными зонами, с детскими зонами. Установят в парке и памятник знаменитой летчице. Накануне монумент вывезли из летного городка, что в Энгельсе. Отправили на реставрацию в Саратов. По словам мастеров, многотонную конструкцию восстановят и покроют бронзой, как и просили горожане. Анна Забалуева, Алексей Чудин, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Прервемся на прогноз погоды от Александра Новохадского, а затем мы продолжим знакомить вас с новостями. Задумались, как получить дополнительный доход? А я его уже 7 лет получаю в кооперативе «Гарант Кредит». Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш «Гарант Кредит». Телефон 906-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Телефон в Саратове 906-444. Здравствуйте. В четверг, 12 марта, на преподобного Прокопа, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове облачно с прояснениями и дождь разной интенсивности. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду. Днем до плюс 14, а ночью до плюс 2. А в фирменных салонах «Мелодия сна» весь март скидки 20% на новые поступления товара. Подарите себе и близким неповторимое ощущение комфортного и легкого сна. Только в марте в фирменных салонах «Фабрики» скидка 20% на новинки матрасов и кроватей. «Мелодия сна». Яркие эмоции. Здоровый сон. Улица Блинова, 35. В Саратове и Энгельсе ветрено и сыро. Температура днем до 10 градусов, а ночью до 3 выше 0. Атмосферное давление понизится до 747 миллиметров ртутного столба. По приметам, если в этот день бывал дождь, то ожидали мокрого лета. Спонсор прогноза погоды – завод по производству современного строительного материала ДСК «ГРАС». Газобетонные блоки – это прочно, тепло и экономно. Телефон в Саратове 39-39-40. Всем всего доброго, берегите себя, до встречи. Стеновые блоки «ГРАС» – это теплый дом для вас. Прочно, просто, долговечно, по составу безупречно. Быстро, выгодно, надежно, воплотить мечту несложно. Покупай газобетон. Продолжаем знакомить вас с новостями. Неизвестные заминировали самолет рейсом Иркутск-Москва. Об этом сообщил сегодня ТАСС. На борту авиалайнера находились 155 человек, включая 7 членов экипажа. Как написали журналисты, самолет не будет менять курс и запрашивать экстренную посадку. Он направляется в место назначения. В Москве он должен приземлиться в 9 вечера. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». В России начнут автоматически оформлять материнский капитал. Произойдет это уже с 15 апреля. Об этом сообщили в Министерстве труда. После рождения ребенка данные поступят в пенсионный фонд из единого реестра записи актов гражданского состояния. Там же проверят, есть ли ограничения, которые могут препятствовать выплате. Если все в порядке, то сертификат будет оформлен. Информацию о нем направят владельцу. При этом остается возможность действовать по старинке. Напомним, с 1 января материнский капитал начали получать и семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок.
Падение курса рубля привело к резкому росту спроса на гаджеты. Продажи смартфонов у некоторых сетей в последние дни увеличился почти наполовину, пишет газета «Коммерсант». Вероятно, россияне торопятся приобрести технику по старым ценам, так как новые закупки смартфонов будут проходить уже по обновленному курсу, что приведет к повышению цен. В магазинах даже ожидают дефицит подобного товара. Так уже сейчас в розничных сетях есть проблемы с наличием наиболее востребованных моделей наушников, смарт-часов и планшетов. Коронавирус не остановит российских туристов. На пути в Таиланд визы отдыхающим по-прежнему не нужны. Ужесточение правил въезда в королевство из-за коронавируса не коснется наших туристов. Власти Таиланда приняли решение отменить только те визы, которые оформляют по прибытии и сроком на 15 дней. Российским путешественникам, прибывающим с туристическими целями, такие документы не нужны. Отдыхать без виз они могут месяц. А вот тем, кто планирует задержаться на курорте, необходимо будет оформить ее. Расскажут о подвигах земляков в историческом парке России. «Моя история» состоялась презентация проекта «Достойный звания героя». К 75-летию Великой Победы саратовцы смогут узнать историю наших земляков. Причем не только тех, кто воевал в годы Великой Отечественной, но и тех, кто работал в тылу. Будут организованы выставки, экскурсии и встречи. Анна Забалуева пообщалась с героями, о которых узнают саратовцы. В историческом парке «Россия. Моя история» состоялась презентация нового проекта, посвященного 75-летию Великой Победы. Называется он «Достойный звания героя». Проект получил поддержку фонда президентских грантов. Целью этого проекта – рассказать о всех героях. Более того, мы хотели бы в современном виде, с учетом цифровых технологий, показать и обозначить здесь, в музее, в парке, чтобы можно было на интерактивной доске, значит, выбрав того или иного героя, узнать о нем подробно. На все эти мероприятия вход будет свободный. Та выставка, которая будет установлена у нас в историческом парке, в экспозиции исторического парка, она будет работать бесплатно, на бесплатной основе. В течение всего года в рамках проекта будут организованы экскурсии, встречи, выставки. Все они будут посвящены подвигам саратовцев на фронте и в тылу. Причем не только в годы Великой Отечественной войны, но и в локальных войнах и на трудовом фронте. К примеру, расскажут историю Валентины Шляховой. За работу на заводе приемно-усилительных ламп она получила звание Героя социалистического труда. Я училась как раз в это время, 42-й, 43-й, 44-й год. Я училась в школе, было очень-очень трудно, ничего не хватало. И вот я боюсь, не дай бог, чтобы у нас вот такое еще повторилось. Не дай бог для молодежи, особенно молодежь, пусть знают нашу историю. Так хочется, чтобы они знали, понимали, как нам трудно доставалась вот эта свобода, вот эта вот прекрасная сейчас жизнь идет. Кстати, уже сейчас в историческом парке можно увидеть экспозицию к юбилейной дате. В холле представлена выставка работ учеников художественной школы. На картинах ребята показали своих предков, которые воевали в годы Великой Отечественной. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов, 24. Обсудили развитие туризма в Саратове. Форум «Турпоток» состоялся в нашем городе впервые. На мероприятие приехали эксперты из разных городов России и мира. Участников познакомили с главными трендами туристической отрасли в этом году и даже дали пошаговую инструкцию по созданию турпроектов. Альфия Багапова знает подробности. Все понимают, что сейчас самое время для того, чтобы все более активно работал слоган «Пора путешествовать по России». Развитие внутреннего и въездного туризма в Саратовской области – это основная тематика форума «Турпоток», который впервые проходит в нашем городе. На площадке собрались предприниматели, студенты и те, кто так или иначе связан с туризмом. Для них выступили федеральные и международные эксперты, успешно реализовавшие на своей территории туристические проекты. Нельзя узнать страну просто по учебникам, а люди должны путешествовать, видеть, насколько наша страна велика и богата, она реально велика и богата. Поверьте, я 5 лет уже 300 дней в году путешествую только по нашей стране. Мероприятие организовано Центром предпринимателя «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономического развития и Комитета по туризму региона. Программа форума разнообразная и рассчитана на 2 дня интенсивной работы. Екатерина Григорьева занимается производством сувенирной продукции. Услышав о турпотоке, сразу определила
выбрала для себя приоритетное направление. Я обязательно схожу на мастер-класс Майи Богдановой, потому что нашу продукцию покупают не только в Саратове, но и по всей России. Нам очень важно продвигаться в соцсетях, выстраивать правильно коммуникации с нашими потребителями и рассказывать о преимуществах нашей реки, нашего туристического потенциала. В перерывах между сессиями участники форума смогли пообщаться друг с другом, а также обсудить со специалистами интересующие вопросы и получить советы по успешному ведению бизнеса. Альфия Багапова, Максим Пустовалов, Саратов, 24. О главном к этому часу все. Еще больше новостей на сайте информационного агентства «Саратов-24». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Одежда ведущего предоставлена магазином «Брайтман». Спонсор выпуска новостей – кредитный потребительский кооператив «Надежные сбережения».